Я рад всех приветствовать. Мы сегодня с вами находимся на третьем этапе СКФО в городе Нальчик, поселение Кинже. И сейчас я вам покажу здесь техпарк. Очень большой кворум приехала Астрахань. Это новый автомобиль Резвана из Баксана. Здесь Титан, конечно же. Раптор, чеченская шовинива, самурай, астраханские друзья на очень красивой машине, просто вы, да, в тенечке вас, правда, не видно, но нормально. Так, УАЗ, Чечня, Дагестан. Это автомобили Ставрополя, Паджеро, Заура, УАЗик мощный, очень пахан, осетины. Так, ребят, работаю сегодня первый раз со стадикамом, спасибо Анверику, учусь. Осетинский, КБРовский. Толик, не убегай, но мы я всегда... наоборот прятался. Я наоборот хотел так же остаться за кадром. Никогда. Всем салам алейкум, Костя лучший. Подписывайтесь, лайки, все ставьте. Он шутит. У этого человека многолетний опыт. Он был на РФС, ездил, поддерживал, снимал, освещал. И здесь пошел стандарт ПРО. У Кубка СКФО получается две категории. Стандарт, там прям очень, ну, то есть максимально стандартные автомобили, все запрещено у них. И дальше идет стандарт ПРО, там уже блокировки, шноркеля, колеса. В общем, максимально интересно. Кворум просто лютый. Так, вот это Нива, по-моему, из Осетии. Все готовятся, через 10 минут старт. Я сегодня чуть задержался. Но прям с кайфом. УАЗик. Синий трактор едет. Да, все, вот поехали на старт. Стандартные пацаны, удачи! Спасибо. Так. Я надеюсь, это не все Нивы открытые. То есть получается Раптор, КБР. Вот эта Нива очень интересная. Срезана резиной. Так, сейчас, секундочку. Очень тяжело работать. Смотрите, автомобиль. Хороший цвет. Резаная резина. Вся. Как всегда, самый утилитарный этот панель. Даже имеется салон. Еще одна большая проблема. В летнее время года это перегревается вся техника. Как вы знаете, GoPro, айфоны, они все выключаются. Поэтому будем стараться экономить, держать их в тонусе. Убегает. Приветствую. Приветствую, как дела? У меня отлично, вы как? Машины не увидел. А я не увидел, представляешь? Как? Давай, я к тебе попристаю, пока давай, никого еще. Как дела? Все хорошо, все потихоньку, как говорится, движется. Пошел обход трасс. Угу. Ждем Ниву открытую. Очень планируем ждем. Планируем победить. Поэтому ждем с нетерпением. На фоне прекрасных кеберовских да. гор. С машиной что как? Все хорошо, вроде подготовились. Вроде? Да, вроде. Никаких проблем не должно быть, поэтому посмотрим, трасса покажет. Говорят, трасса сложная, длинная, поэтому будем гонять. Ох, опять нас мучить будут. Ладненько, да, в общем, Нивы стоят, ждут. По-моему, там проблемка, его надо было сразу заводить и пускать. Синий трактор попылил. Итак, друзья, стартовала категория стандарт. Есть прыжок, есть отрыв. Всего 6 машин. Первая Нива на первый круг. Спокойно.
польские номера 016. Зеленая осетинская Нива навязывает хороший бой, хороший темп. Вот уже борьба идет, машины приближаются к друг другу. Что-то с подвеской у осетинской Нивы, Шевик, и здесь Нива с УАЗиком борется, но УАЗик прям догоняет. Масло и тебя натекло.
Нива 16 тонн завершила. А вот там две Нивы, зеленая Агрофилта Сетя и Шеви Нива, борются. И там же, если вот за грантой увидите, там УАЗик серый стоит, у него техсход, что-то произошло, остановился. Все, ну и эти две машины так и стоят. Порвало домик, порвало кардан, мост гуляет. Едет. Так, еще одна Нива на полусогнутых, разутая, покрышки вообще нету. Там поворотник моргает, ударит, очень люто. Вот, блокировок нет, морда работает, но, конечно, крутит колесо, которому легче, а легче тому, которое без покрышки. Так, тут куча операторов, давайте с другого бока. Штурман работает. Пошел! Молодец! Просто прорезал! Все, есть. По-моему, это победа. Вот такой вот стандарт. Трасса легкая, как я считаю. Смотрите, кого я на трассе нашел. Ризван. Давай, на камеру пару слов ты общался. Это Ризван, который вот синий... Синий же, да? Да. Я вижу. Синий УАЗик. Как его назвал? Уран. Уран? Уран, да. Что, какие сложности были в подготовке трассы? Потому что трасса новая, ее готовили в этом году первый раз. Да, трасса новая, там новое местоположение. Практически можно сказать, что жили и ночью, и днем здесь месяц. Старались как могли, по максимуму, по организации, по строению трассы и так далее. Для каждой категории индивидуально готовили трассу. Итоги увидите сами. Итоги, да, увидим. Я сегодня, кубок СКФО, он разбивается на 2 дня. То есть сегодня некоторые категории, и завтра, воскресенье, еще будут категории. Но, к сожалению, наверное, завтра не получится снять. Завтра будет экстрим. Экстрим будет по-любому интересный. Да. Вот. И много участников, как правило, в СКФО. В общем, давайте посмотрим, что будет дальше. Сейчас поедет ПРО, а ПРО будет уже интереснее. Поедем, все. Все, спасибо. Я нашел Леху Пушку. Никогда у тебя интервью не брал. Че, Леха, зрителям, как тебе СКФО? Конечно, лучше пилота, но СКФО всегда сила, зрелище, мастерство. Ты не участвовал. Мы хотим, чуть позже будем. Уже бесшовная труба закуплена, так что все в процессе. Это ПРО будет у тебя? Да. ПРО. Лех, че, скажи, как вот машина у тебя получается в этом году? Уже прошло в крае вот пятый, да, у нас прошел? Четвертый этап прошел в крае. А ты сейчас в итоге на 9-м месте. Как, да, у тебя? Потому что я изначально не успел машину собрать. Первые 2 этапа я не ездил. Сырая. Да, да. Не ездил вообще. Угу. А потом были поломки. Ну ничего, без них никуда. Машина новая, свежая, поэтому. А в ЮФО? ЮФО? Да, второе. Сейчас итоговое, да, второе. Да. Ну, второе, это тоже хорошо. В общем, это Леха Пушка, который с Успенки. В общем, Лехе удачи настроить тачку. В целине Пушка ехала, вот прям как Дани в себя. Вот в целине. Старались. В целине, нет, именно машина не подвела. Ты там всегда топишь, я знаю, на все бабки. В общем, ребят, ждем Леху в гонке и будет. И подписывайтесь на канал обязательно. Вот так вот. Надо подписаться, значит. Сейчас подожди, выкладывай. Сейчас, Леш, смотри сюда.
все заблокировано. Да ему похрен. Да я понимаю, но назад, Каля. Итак, Нива сделала первый круг. Вот. Уже начинают искать траекторию. Местный экипаж хорошо крутит УАЗик. И не Васик. Опасно. Местный экипаж КБР.
пошел. На пластиковых окнах теперь. Селюмен. Самый четкий рейдинг кавказский. Здравствуйте, здравствуйте. Все под контролем, да? Четко запись. Сколько экипаж у нас в ПРО? 11. 11 экипажей в ПРО. Это же очень. Два круга сделали. Аккуратненько. Была возможность обогнать. Минус глушитель. И опять Нивы. Где же все УАЗики? Стиль пушки, я бы сказал, прям очень похоже на пушку. То-та! По-моему, порвал морду, да. По-моему, морда не работает. Да. Вот то, что воткнулся, здесь порвал гранату и дальше поехал на морде и все, и встал. Все, только задний привод. Костя, твой комментарий. Ну это из кифо, это про, ну тут это надо видеть, просто нужно приезжать сюда и смотреть по-другому. Это даже через видео не передается, даже, не знаю, 50% точно. Еще одна машина заходит. Тормозить не надо было, очень жестко. Блин, как мотор шьет.
УАЗик заглох, завелся. Нива с повреждениями, где-то был контакт. Ребят, мощная, самая мощная на сегодня, пока категория Standard Pro закончила свое выступление, все зрители. Я думаю, это просто что-то, нечто, мы такого давно не видели, ни на каких кубках, даже на СКФО такое редко бывает. Но такой отрыв, такая борьба, это было прям супер. Ох, так, я думаю, парни еще на адреналине, приставать никому сильно не будем. КБРовская машина еще на трассе, сейчас ее будут эвакуировать, она, скорее всего, не закончила. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, почему ты в этом году нигде не участвуешь? Твою машину так ждут и на ЮФО, и тем более на СКФО. Академический отпуск. Отпуск. Чуть-чуть надо от грязи отдыхать. Вот, это правильно. То есть а на следующий год мы выскочим. В Ниве? Ну, естественно. Все. Ну, трехдверка или... Нивка, карачайская порода еще под навесом ждет. А зря-то. Это нужно на самом деле делать. Нужно от леса отдыхать, нужно от гонок отдыхать. Потому что как это от выгорания, да, идет? Да. Поэтому, в общем, ждем обязательно. Все, так, ребята, спустя 25 минут от старта. Нива, КБР. И это КБРовцы еще только первый круг делают. То есть они еще не доехали. Пошли.
Порвался, по-моему. Не, не порвал. Нет? Не, едет. Дагестан стоит. Только две, три. Лютый дождь. Людям все равно. Люди хотят это смотреть. Очень глубоко. Посмотрите, в каких погодных условиях сражаются парни. Мы для вас снимаем, ребята. Это просто лють какая-то. Такого еще не было. Короче, самая легкая траектория вот там, уже две машины вышло. Там больше, меньше всего ступенька. Марат намотал. Все друг от друга держатся. Напряженно. Есть, выехал. Лебедка. Да они переплетены. Очень. Это, конечно, ребят, не трасса для Нивы.
Это жестко. Азик ходит, Джипер Рассети тоже снимает. Азик, брат! Это что за трусы? Что? А, страдаем, да, ради спорта? Нам напалило, да, я тебе скажу. Да. С кайфом. Не, ну мощный, да, когда ты... Очень-очень трасса сложная. Воды много, да? Да, и глубина. Где? Лежит на крыше Нива. Ну это да, Нива открытая, точно Нива. А вот что за Нива, не могу понять. Либо КБР серая. Очень жестко. Дождь, конечно, Я тут, я здесь. Перевернуто. Остальные все стоят. Бирюзова уехала. Поехали назад, выезжают на более заглох. Спрашивают, холодная ли вода. Я думаю, она нормальная. Намотали немножко трос на колесо. Это минус время. И остальные все стоят. Черкеста, база, пахан из Осетии. Все стоят. Ниву переворачивают. КБР 07. Я могу ошибаться, но, по-моему, это второй круг его идет уже. То есть первый, он единственный, кто первый проехал. Это вот второй раз он это препятствие берет, и это он единственный. Здесь дагестанская Нива стоит полностью. Здесь Нива плавает. Отлично, отлично. Назад. Ох, хорош. Лишь бы трос выдержал. Нет, очень острый угол. Та Нива по-прежнему на крыше. Молодец! Взял больше накат и выехал. Мы примерно так же в Астрахани плавали. Даже еще сильнее. Есть движение, залебедил за дерево. Тут главное, чтобы трос держал. Молодец! Бирюзовая только на лебедке. Своим ходом не получилось заехать. И Шевик приближается на второй круг. Условия, конечно, лютые. Все, Люка!
шейник уже второй круг делает. Да, ну так как же и КБРовцы. А, и вот этот пацан. Да. Братья, Калоева, да. Лютое, да, условия хорошие. Да. Виталий, хоть выжимай. Длинная база. Оп, и сразу встал. Своим ходом. Молодец. КБР. За что? За какой-то куст там лебедится вообще? Алишка, молодец. На второй круг. Сейчас посмотрим, как он то препятствие пройдет. Газу! Молодец. Не заехал. Извините, ребят, картинка может быть размытая, потому что уже нечем линзу вытирать, уже все мокрое абсолютно, поэтому за качество извиняюсь. Аквариум из Нивы, дорого, эксклюзивно. Зашел. Ушла, немножко проясняется. Братья Калоевы выехали, экипаж из Осетии. Машина плавает. Очень хорошо прошел. Уперся. Вот ты без проблем на якоре. Машина выезжает. Парни, спасибо, что выключили дождь. Хотя уже... Марик занимается сельскохозяйственными работами.
Ох. Люби кататься. Это что-то! Ты посмотри на меня! Альберт! Пахан! Чё за дела? Ты занял две траектории! Переднего лево нету, да? Есть движение у базы. Еще поборятся. Молодец! Якорь не забудь, якорь не забудь. С улыбкой. Конечно. Красавчик. Короче, будут моменты, где кепка мешала, и не рука. Это Феррари? Потихоньку на лебедке и на завершение круга. И база сейчас также потихоньку на лебедке. Заранее извиняюсь за звук, но это стихия, я старался снимать для вас. В общем, сейчас немножко времени и стартует спорт, а там будет еще интереснее. Стартовала категория спорт, первая к нам подъезжает Нива Ахмат из Чечни. Военные мосты, шевик обрезанный. Упс! Да, мощно, мощно заскочил. Сашигу, алло, работает. Второй подъезжает Заур. Очень сильный УАЗик. Гарнитура очень плохо, раздатка или задняя скорость. Третий подъезжает. Экипаж на Тойоте из Минвод.
Тойота дизельная, тяжелая. Зацепился якорь. Тойота вообще не боится воды. По идее, это препятствие должен проехать легко. Единственный минус, у него клиренс маленький по сравнению с нынешними монстрами. Он быстро достает до дна, и тяга решает. Давай, давай. Нет, не выехал. Вес все-таки это его минус. На нивовских кисках. Все, все хорошо. Психанул, не мог. Очень грустные новости. У Нальбия лопнула раздатка на первом же препятствии, поэтому Титан походу выходит.
из гонки. Назад уйди! Защита какая полностью. Все, без проблем, легко. Сняла, да? Иван, я снимал. Штурман Иван, ты мне крикнул. Не получается. Пока только две машины борются на трассе. Здесь уже такой RFC пошел. Триальная трасса. Задняя блокировка не работает. Астрахани проблема с лебедкой, скорее всего модуль, сейчас будет пытаться чиниться, наверное, потому что в лужу без лебедки ехать смысла нету. Раздатка в багажнике лежит. Металл, чувствую, но тут не тянет. Thank you.
отойти. Друзья, я переоделся наконец-то в сухое. Как видите, уже темно. По трассе там у спорта катается 2-3 машины. По-моему, вот Toyota там вдалеке едет. Заур на УАЗике. И я, если честно, давно никого больше не видел. У Астрахани лебедка. У Нальбии получается раздатка. Вон стоит белое пятно, это Паджеро. УАЗик еще где-то один тоже стоит. В общем, спорт выдался какой-то очень трагичный. И, как всегда, драма получается. Все поломались. В общем, завтра будет туризм и экстрим. К сожалению, я на эти категории не попадаю. Вот. Ну, так получается. Смотрите на других каналах. Обязательно, я думаю, все будет у них. В общем, ребят, спасибо, что снова посмотрели это видео полностью. Особенный респект тем, кто досмотрел до этого момента. Спасибо Кабардино-Балкарской Республике, здешнему гостеприимному народу. Спасибо этому поселку, этой локации. Здесь очень круто, очень тепло встретили. Трасса просто пушка. Длинная, сложная, триальная, мокрая. Просто здесь есть все. Очень... Я даже не снял вам, честно, 10%. Там столько у них. Там и в лесу есть засада. Там еще озеро, они по озеру проезжали. У них еще там речка была. В общем, очень много всего было. Все, ребят, заканчиваем это видео. И может будет выезд в лес все-таки когда-то. Если нет, тогда встретимся 22 июля, Кубок края, Староминская. Всем спасибо. Пока.